У взрослого перенти совсем мало естественных врагов. Но в австралийских лесах также редко встречается и добыча. Или, по крайней мере, редко встречалась, пока в середине 17 века поселенцы из Европы не завезли в эти необжитые места кроликов. Они стали размножаться, как кролики, и вскоре превратились в настоящую австралийскую чуму. У варанов большие легкие, немалое количество крови, а их мышцы идеально сохраняют и расходуют кислород, позволяя им быть чемпионами по бегу среди пресмыкающихся. Самое лучшее для кролика – уйти под землю. Но даже в норе небезопасно. Длинные изогнутые когти перенти – прекрасное орудие для копания. А его выносливость выше всех похвал. Если он что-то затеял, его не остановить. Эти исключительно сильные челюсти и большие зубы могут раздавить череп кролика с первого же укуса.